Истинное волшебство в преддверии Нового года. Артисты Ивановского мусттеатра приготовили подарок для зрителей – мюзикл «Конек-горбунок» по мотивам одноименной сказки Ершова. Поднимаемые темы любви, дружбы, верности и предательства актуальны во все времена. Акценты расставляют ироничные вставки и искрометный юмор. Новый год, как мы знаем, это самый добрый праздник, когда мы ждем много волшебства, много чудес. И вот в этой сказке здесь много и волшебства, и чудес. Появляется кит, появляется месяц, много таких сказочных героев. В отличие от, знаете, вот бывают сказки такие более бытовые. А здесь он сказочная история о добре, о дружбе, взаимопонимании. Текст Ершова очень музыкальный, он ритмический и мелодичный. Очень хорошо вписывается в концепцию театра. Режиссер говорит про него «наш материал». Так складно все ходы в тексте вписываются в актерскую игру. Интересно для актрисы поискать такие краски немножечко сказочные, не совсем человеческие, такой небожитель где-то посередине. И это сразу, ну, интересно искать в пластике. Ты понимаешь, что она не может, как обычный человек, разговаривать, двигаться, думать. И вот это для меня очень интересно. И кроме того, красивый костюм, который всегда приятно одевать. Очень нравится. Много в постановке места для фантазии зрителя. Сложно воплотить на сцене рыбу-кит, месяц или жар-птицу. Но авторам удалось выйти из ситуации. А как, увидите на сцене, раскрывать всех секретов не будем. Ведь чудо происходит не от того, как технически это сделано, а то, насколько это для тебя чудо, да, и для персонажей на сцене, поэтому мы делаем все возможное, чтобы отыграть волшебство и чудо, да, а технически мы, конечно, немного ограничены, но тем не менее, я думаю, что будет интересно. Разумеется, в сказке поют все. И царь, и Иван, и, конечно, конек-горбунок. Все герои невероятной сказки оживут и закружат вас в потрясающем водовороте событий. Увидеть спектакль на сцене музыкального театра можно с 21 по 29 декабря и сразу после Нового года, со 2 по 6 января. Встречайте 2020 с улыбкой и в сказочном настроении. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.